вышли сегодня на первую прогулку. Я уже не смогла сидеть дома, потому что на улице очень большое хорошее солнышко светит. Морозов пока нет, они отступили. Минус 5 всего лишь на улице. И мы решили прогуляться. Холодный. Ветер холодный, конечно, но малышу все, он закрыт. Я тоже вроде укуталась. Идем хотя бы до помойки. Прогуляться. Коляску, кстати, нам подарили. Мы не покупали коляску, мы не стали заморачиваться, нам просто предложили, но мы согласились, что как бы для деревни, вот здесь вот у нас там весь город куда это нормально. Может быть, еще купим какой-нибудь постановить. Ну вот, мы в итоге так быстренько организовались. Марина сегодня в интернете прочитала. О, сегодня день матери. И мы организовали здесь сушилку-то. Сушилку унес? Да. Ну ладно. Да, мы поехали быстро в Ревду, купили сушилку, купили еще веб-камеру HD-шную, да? Купили тортик, пиццу, короче. И давай, поздравляем маму с днем мамы. Давай, давай, говорим. Поздравляю тебя с днем матери. Спасибо. Я тебя очень люблю. Ого-го! Это хорошо. Спасибо. Ты, Леша, поздравляй. Поздравляю тебя с днем матери. Я тебя очень люблю. Ты повторила Тиму или правда так думаешь? Спасибо, я поцелую. Ну иди. Иди.